Неделю назад исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Анна Державина встретилась с травматологом-ортопедом Рустамом Эфендиевым, который рассказал о готовящейся гуманитарной миссии врачей Видновской районной клинической больницы в Донецкую область. Ранее медик уже посещал зону специальной военной операции, где спасал жизни военнослужащих и мирного населения. Не понаслышке знает, как непросто восстанавливать доступность медицины. Этот раз мы едем более полноценно, то есть укомплектованно, определенно. Именно в тех, которые специальности необходимы для именно для таких военно-полевых условий. Это хирурги, нейрохирурги, травматологи, урологи. В основном детские специальности нужны для того, чтобы провести диспансеризацию. После беседы с врачами у Анны Державиной возникла идея организовать сбор гуманитарного груза, который медики заберут с собой. Сегодня десятки коробок и пакетов с продуктами, медикаментами, средствами личной гигиены, одежды и постельных принадлежностей отправились на склад, откуда все это будет доставлено в город Новоазовск. В сборе помощи, как всегда, самое активное участие приняли, конечно же, жители. Жители Ленинского городского округа – это наша сила и опора, и поддержка. Вот, а также члены и сторонники местного отделения партии. Врачи делают благое дело. Желаем им удачи, успехов. Ждем их возвращения. В добровольной команде врачей 9 человек. Трое из них из Ленинского городского округа. В этот раз им предстоит провести ряд плановых операций. В зону СВО медики отправятся в середине ноября, пробудут там 2 недели. Никакого страха абсолютно. Именно что желание. Никто меня не подталкивает. Я всю жизнь была такая самоотверженная и думаю, что я еще не все свои силы потратила. Если бы не помогать, я бы не пошла в медицину. В планах у представителей партии «Единая Россия» продолжить помогать добровольной медицинской бригаде, поддерживать связь, чтобы узнавать об актуальных нуждах врачей и пациентов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.